Привет, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Рейдж. В последней серии мы были на огромном перегонном заводе, проще говоря, на огромном самогонном аппарате. Взяли две бутылки, залили в них знатного самогона, и сейчас нам нужно отнести их Дитриху, и он даст нам что-то ценное взамен. Надеюсь, оно того действительно стоит. Сейчас посмотрим. Задание, надо сказать, было интересно. Несмотря на вроде бы свою шаблонность, выполнять его было сущим кайфом. Чисто из-за того, что, во-первых, мутанты интересные противники, их много, они слабые, но они очень быстро двигаются. А во-вторых, из-за того, что баллистика очень крутая. Так, где там у нас Дитрих-то был? И кроме того, нужно к Редстоуну вот сюда зайти и сказать ему, что все, у нас метро от мутантов тоже очищено. Так что, просто праздник какой-то. Уничтожаем мутантов, пошел нахер. Делаешь нашу жизнь безопаснее? Прекрасно, друг мой. Этот синий блеск меня озолотит. Мои товары будут продаваться повсюду. Ты очень мне помог. Поэтому я хочу подарить тебе рецепт особого состава. Дитрих, советую держать этот рецепт в секрете. Состав очень ценный. Ладно. Что за рецепт? Что он нам дает? Усилитель регенерации увеличивает скорость регенерации на 90 секунд. Да что-то не особо, надо сказать, полезное. На 90 секунд всего. Но я думаю, если какой-то особо сложный босс будет, оно нам, возможно, пригодится. Пока что же штука довольно бесполезная. Так, ладно, идем к Редстоуну. Что ж, ты молодец. Но мутантов бить дело не хитрое. Я-то знаю, как ты можешь закрепиться в моем городе. Как? Этот город мой. Но я вынужден иметь дело с машиноголовыми. Они обычные бандиты с пустоши. Но так вышло, что именно они подают в город электричество. При этом все время взвинчивают цену, понимаешь? Эти мерзавцы у меня в печенках сидят. Говорят, они научились объединять филтрит с плутонием. Если это так, и мы возьмем их оборудование, то надолго обеспечим себя энергией. Это твоя задача. Они держат все в охраняемом подвале в банке над нами. Нужно, чтобы ты проник в этот банк. Открой подвал и достань мне филтрит. Понял, что мне нужно? Понял. Вот грязно играете, товарищ. Ты проникнешь туда через старые подземные помещения рядом с банком. Этот ключ отпирает дверь в комнату руководства. Пройдешь через нее и сразу выбирайся наверх. Да понял, я понял. Только мне сначала надо взять патрончиков для шотганчика. А в остальном... Так, а на этих у нас что не хватает? У нас не хватает комплект боеприпасов. То же самое и набор деталей. Хорошо. Чего у меня нет, то тебе и не нужно. У меня денег, конечно, вообще нету. Ладно, тогда пока не будем брать. Тогда продадим вот эту шляпу. Ты посмотри, сколько за нее дали, да? Теперь у нас есть деньги. Так. Комплект боеприпасов. Купить. И набор деталей. И вот так вот. Супер. С тобой приятно иметь дело. А еще же патроны. Я не. У меня всегда смотря на твои аппетитные товар. Сиськи,
Я забываю обо всем. Картечь купить. Будет что-то нужно, сразу обращайся. До встречи. Ой, я не. Так, у нас улучшенная турель. Круто. Создадим одно. Блин, у нас не хватает. Да насрать уже, честно говоря. Так, где-то здесь, рядом с банком. Здравствуй. Здравствуй. А, нет, тут я филтрит подобрал. А где у нас банк? Я что-то вообще не помню, чтобы у нас тут где-то... А вот банк. Ну что ж, займемся промышленным шпионажем. Украдем у них технологию. Ладно. Так и сделаем. Машиноголовые, что-то это не очень так звучит хорошо. Так. Не Сочи? Чё, соотечественники, что ли? Ха-ха, на Чернобыль. Это ловушка, я так понимаю, да? Живой, что ли? Ой-ой-ой. Только роботов не хватало. Понятно. Их... Ой, их вот так вот можно взорвать. Как меня только что взорвали ими. Блин, серьезные противники. Ой. Так, что-то против вас не особо хорошо, надо сказать, эти патроны. АВ-2Х. Своего добили. Да уж, клюква та еще. А, но враги, тем не менее, очень сильные, надо сказать. Хотя, конечно, не настолько сильны, как солдаты правительства. Ой, тихо. Мощно стреляют, мощно. С этим что-то надо делать. Меня так скоро убьют, я чувствую. Они с калашниками, что ли, я не пойму. Очень уж хорошо стреляют. Роботы слышу. Да, тут я завяз надолго, я чувствую.
Обалдеть, какие они сильные. Фу, так. Ловите, товарищ. Да, проблема. Сохранимся, пожалуй. Ну и давайте пробиваться дальше. Все, готов, что ли? Так, подожди. Электропатроны какие-то были. О! Как раз под тебя. Отлично. Да ты еще живой, что ли? Братва, не стреляйте друг друга. Так, да, это очень сильные противники. Пока что самые сильные после агентов правительства, как я уже говорил, повторюсь. Дают просраться. Не нравится это, не нравится. Так, во-первых... Нам нужна турель. По-любому. А турели у нас нет. Это печально. Усилитель регенерации. Да нет, он нам не нужен. Чё, понравилось? Вообще это какая-то неправильная игра от ID, почему в ней не дают мне миниган? Это, по-моему, первая игра от ID, в которой нету минигана. А, ну да, да, извините, от ID Software. Ладно. Босса завалили таки. Значок Quake, кстати, у этого усилителя, видите, да, он в правом нижнем углу. Ну, маленько переработанный, естественно. Картечь. Да, и звуки как в Quake, когда квад брал. Если вам это что-то говорит. Ладно, сохранимся. Это может плохо кончиться. А то. Ой, ой, только не надо застревать в такие моменты. Свободен. У тебя что, никаких серпов нету, что ли? Или там Ленина на плече? Что-то клюква какая-то. Это, сука, там? Да, судя по мату, легко можно определить, откуда они. Понятно. Туда меня не пускают. Так, ну что? Зарядка завершена. Набор деталей. Отлично. Так, ну и понятно. А, вот. Он там!
Вот сейчас мне понадобится турель. Она где-то у меня тут лежит, по-моему. Да. Назначить. Выбрать. Давай, отрабатываю программу. Дармидон, ну в спину-то стрелять не надо. Ой, сколько вас тут. Ё-ж-моё ж. Так, турель всё, что ли? Печально. Я так и не убил, похоже, этого парня. Хотя нет, отъехал. Так, ладно. Как бы там ни было. Мы живы, они мертвы. Да ты чё? Хорошо. Тут мне зачувствую опять будет мясо страшно. Чё, всё? Отлично. Так, что-то я поднабрал кучу всякого хорошего. Да подожди ты. Возможно, я из этого что-то смогу собрать. Но пока нужды особо нет. Тихо. Хорошо. Динамитные стрелы, пожалуй, давайте оставим на кого-то посерьезнее. К этим я уже приноровился. Живой еще, что ли? Вот ты посмотри, а. Какой живучий. Так, ладно, патроны 0. Ладно, это было рискованно и довольно-таки глупо. Да ладно. Ты посмотри, как они тут укрепились, а? Просто обалдеть. Лифт. Ну я внизу там уже был, мне вниз не надо. Или нет, там внизу у нас была перегорожена вот эта дверь огнем. Теперь можно спуститься. Так, ничего собрать не могу, случаем. Потому что я понасобирал, да, вот могу турель собрать, а варфоломеюшку могу. Давайте лучше варфоломеюшку, пожалуй. Создать. Эх, ну турель не хватает. Коннектора на нанокритов. Ничего, мы это переживем.
Ой-ой-ой, опасно. Откуда прилетело, я не понял. А, вот. Я думаю, откуда он мне стреляет. Да хватит материться, ребят. Ой, блин, мне щипы взорвали. Я не мертв. Там еще сверху откуда-то шарашит, как я заметил. Или мне показалось. Да вроде показалось. Оказалось, показалось. Ой, ладно, Варфоломей, похоже, пора тебе выдвигаться. Только сейчас, только осмотримся маленько. Сюда пока не могу. Давай, 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 жги, давай. Отлично. Супер. Ох, что бы я без тебя делал? Хороший пес, хороший. Тихо. Ой, 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 ой. Ой, просрал, просрал. А у меня еще такая штука есть. Живой, что ли? Да ты посмотри, какой живучий. Пока. Блин, прикольно. Так, ну что... Фоломеюшка, лезь в карман. Так, все хорошо. Что дальше? Надо сохраниться по-любому. Кстати говоря, вот здесь очередная пасхалка, в этот раз эсквейка, только я не помню, как ее активировать. В каком-то порядке, по-моему, надо компьютер нажимать. Типа вот так. 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 И вот так, может. Но нет, я не помню. Ну, короче говоря, ой-ой-ой. Твою мать. Все, мне хана, походу. Так, быстренько, быстренько. Блин, это было неожиданно. Так, где у меня бинты? Бинты вы где вот использовать? Надо взять что-то посущественнее. Блин, ты посмотри, как меня сдувает, а? Валим, валим, валим.
Тихо. Их трое, что ли, я не пойму? Да нет, вроде. Просто что-то с определением звука, видимо, не то. Давай, давай, выходи. Сам такой. Фу, ладно. А, во. Слышали звук? А, теперь надо найти еще одну клавиатуру. Вот. 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 Вот, слышали, да? И теперь мне, видимо, надо куда-то назад, по-моему, вернуться. Где-то что-то открылось. Так, давайте-ка я сохранюсь. Теперь, пока выключу запись, бегаю назад, если найду, сразу вам покажу. Короче говоря, после всех этих действий вы возвращаетесь на самое начало уровня. Я запарился искать, но суть в чем? Возвращаетесь, тут открываете дверь. Здесь вот такая штука. Крутая, надо сказать. Только она из Дума, не из Квейка. Блин, давай лезь. Да что ж такое? Я думаю, олдфаги уже пустили слезы умиления. Заходим на портал. И вот он, тот самый первый уровень самого первого дума. Круто, не правда ли? Да, к сожалению, эта дверь не открывается. Самая первая локация. Я помню, как... сколько уже? Лет 20, наверное, назад. Запустил ее. Сколько лет назад ты вышел дом? Очень-очень давно, короче говоря. Берем фигурку Думера. И все, возвращаемся. Да, бочки тут, к сожалению, не взрываются. Печаль. Ладно, возвращаемся. Так, сейчас опять выключу запись, чтобы не утомлять вас пробежкой. А хотя, знаете, время уже подходит. Я думаю, на этом мы завершим эту серию, выберемся из этого логова и продолжим дальнейшее мясо. Следующий. Надеюсь, вам понравилась эта серия. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока. We'll be right back.